понять соглашение о неразглашении и дальше уже с вами оценивает наша команда, которая занимается работой с трудноярством. Касается бизнес-код, это может сделать у себя любая организация, называется бизнес-код, особенно только бизнес, у нас много есть и там и госучреждений, и музеев, и каких-то общественных мест в разных странах. Главное, чтобы это место было доступно для публики, чтобы туда кто-то мог попасть, не было закрыть объект, потому что наше дело там смысл бизнес-кода нет. И дальше тогда уже к вам приезжает съемочная команда, которая сертифицированное агентство. Оно снимается, фильм снимается по определенным характеристикам, и фотографии вашего объекта, вашего места оказываются в интернете, вот на этом проекте бизнес-кода. Это инструмент в первую очередь для привлечения аудитории на конкретный какое-то ваше место. Вы тоже можете перейти по сути бизнес-кода и оставить заявку на то, чтобы вам приехал в том числе на улицу. Так, а вот на обычном варианте. Немножко другой вопрос. Как стать сертифицированным агентом фотографа? Да, вот я вам говорю, что вам нужно закон заявку сертифицированного агента. Давайте просто я вам покажу, как это сделать, вы мне напишете, и я вас наша команда занимается именно работой с агентством. Такая немножко более специализированная тема, которая не всем не интересна. Ну, давайте. Вам подойти, потому что. Все сегодняшние материалы мы вам направим, направим ссылками на те ресурсы, о которых мы говорили, и карты, и бизнес-фото, и Академия культуры, и YouTube. Контакты тоже наши у вас все будут, поэтому, пожалуйста, мой электронный адрес тоже оставлял, поэтому, пожалуйста, пишите нам, для того, что вам интересно, какие проекты, и мы хотели бы продолжить сотрудничество. А я говорю, что мы сейчас много работаем в регионах, Татарстан активно создает там перевыстройку территории региона. Но мне все сказать, чтобы Новосибирск тоже присоединился к Академии культуры. Это наша такая официальная часть небольшая заканчивается. У нас на открыт небольшой кофе-брейк, в той зоне, где буду, не кофе, я всех приглашаю, мы там можем сказать, что тоже нормально общение продолжим.